Итак, любимая рубрика «Чё как?». Поехали. Первогодочка. Азия. Вах! Красота! Ну что я с ней буду делать? Правильно. Фреш. Вкусная. Так, ну, пусть пеет. Так, флэр. Так, ну что, тебя? Нет, вот эту. Ай, красота. Неимоверная. Поехали. Так, сюда фокус. А мы дегустируем. Класс. Так, поправочку даю. 2 июня. Раз. А погодка у нас дожди практически каждый день. 2. Солнце мало. 3. Вкус, флэр хороший. Да ладно, хороший. Классный вкус. Магнус мы пролетаем. Пока только цветочечки. Так, во. Аллегра. Чуть-чуть недоспевшая. Может, что-то тут будет. Нет, ну как ее можно пробовать? Не, пропустим. Пропустим. Так, летим дальше. Мармелада. Ой, какая здоровая! Нет, вот эту. Какая краснючая! Ну, это просто шедевр. Вот я ждал, чтобы она поспела. Так, ну что, хряпаем. Так, ладно, тут камерка. А мы дегустируем. Мягкая. Первый раз мармеладу ем. Рили. Не понял. Еще раз. Она такая мягенькая, прикольная. Во. Вкусная. Ну еще. Третью. Хочу третью. Вот это какая прикольная. Ягода, не видевшая фунгицида. Сезон 2022. Так, пробуем. Класс. Но с учетом, наверное, не такая крутая транспортабельность. Вкус хорошенький. Так, о, там что-то вижу. А ну-ка. Это похоже Дарселект. Ну такая еще. Спеть надо ей еще. Ну такая вся зелененькая. Пропустим. А там ее. Ёй, тонны. Торчат вверх такие зеленые. Вот такие такие. Сосед музычку включил. Ладно, Дарселект пропустим. Ну что, я переживаю массу положительных таких эмоций. Это я Румба, 2-й год. Так, красота. Ай-яй-яй. Так, вот это спелее, да? Да, меньше. Оп. Да ты шо. Ладно, тут мы показываем. Класс. Не показал, как что в середине. Ладно, сейчас еще одну возьмем. Вот такую красоте не нашел. Еще одну. Во. Но для зрителей любимых. Ну что такое? Сейчас дегустируем. Ммм.
Ягода невидевшая химии. Красотень-то какая. Вкусня. Вот он ползает. Ползает, да. Ну-то ползай. Я смотрю, так румбочка еще даст она на показать, да, кое-что. Ну так вот, плямкаю дальше я. Класс. Ее немного, как бы поспела. Такая приятная, мега приятная. Так, средние сорта тут еще рано что-то говорить. Хочу Клэри найти. Ну, вот, как-то что-то рано еще. Ладно, поехали. Ух, ну, немножко с таким беленьким кончиком. Угу. Да, клубника как клубника. Наверное, как и Альба. Супер. Но пока... Клэри мало или нету. Нет, там еще есть, но не буду бегать. Еду сонату найти. А дегустируем. Вот Санька поймал. Ладненько. Сейчас я опять пробежал, где не надо лазить. Как это? Вот такую. Саня, мармеладу. Слушай, ну как мармеладка такая, здоровенная. Надо оставить. Чтобы... Давай, а ну-ка, дегустируй. Так, красота. А ну-ка, что скажешь? Уже созрела май. Созрела май же. Лайкосики, друзья. Так, Алекс молодец. Ну, сейчас там на маленький помогает нам. Ладно, я иду сонату искать. Преимущественно еще вся зеленая соната. Ну вот. О. Красота. Нет, это не то, что одна. Вот тут тоже... Поспевшая есть. О, пробуем. Фух. А, супер. Это будет предпоследняя, да, если я найду Альбу. Второгодка. Класс, еще хочу. Вот. А кусты такие, я смотрю, небольшие. Ягоды много. Такая не полностью красная. Ну, конечно. Пробуем. Угу. Вкус такой фреш. Класс. Ну, уже снимал я про Альбу. Такая у меня она подуставшая. Так. Ну и то... Да вы что, гля. Вот действительно клубника химии не видавшая. Во. Вот такая красота. Это еще зелененькая. Ну, поехали. Да, еще зеленая, такая твердая, ну как Альба, да, фреш, хард фреш, супер, ну вот такое оно что как, это мальвина, еще рано цветет, будет солнечная погода, еще вот, что здесь, будут больше сонаты, вайбрант. Интересно будет подегустировать. Еще что-то снимем. Всем добра.